Одно из самых долгожданных событий этого года состоялось. В выходные стало известно «Мисс Конакова 2018». На сцене Дворца культуры имени Воровского развернулась творческая борьба за титул самой красивой и талантливой девушки города. На мероприятии побывала наша съемочная группа. Все десятки! Именно такие оценки жюри конкурса поставили практически всем участницам по окончанию первого конкурса «Дефиле». По традиции, юные конкурсантки готовились к главному творческому конкурсу этого года за 3 месяца до его начала. За это время девушки должны были научиться ходить по сцене, петь, танцевать и входить в сценический образ для определенных этапов конкурса. У каждой конкурсантки он был свой. Кроме того, не забыли девушки и о нарядах, в которых выходили на сцену Дворца культуры. Оплачиться в красивое платье – это только полдела. Каждая конкурсантка должна была правильно себя преподнести. Катя, расскажи нам, пожалуйста, какие у тебя цели в жизни и кем ты видишь себя через 10 лет? Цели в жизни у меня простые. Это отлично окончить колледж, устроиться в хороший салон красоты, стать профессионалом своего дела, ведь хороший мастер – это на вес золота. Ну, а через 10 лет я буду успешным предпринимателем уже своего собственного салона красоты, а еще я буду любимой мамой и хорошей женой. По давно сложившейся традиции, удачи участницам и творческих побед пожелала победительница прошлогоднего «Мисс Конакова» Арина Говорова. Обладательница короны 2017 года подбодрила конкурсанток теплыми словами. Признаюсь честно, сегодня я волнуюсь не меньше, чем наши конкурсантки. Милые девушки, вы все уникальны и обаятельны. Я уверена, что каждая из вас приложила максимум усилий. Ровно год назад я также стояла на этой сцене. А сегодня, со словами благодарности, я вспоминаю тот прекрасный вечер, который чуточку изменил мою жизнь. Пусть и у вас в этот вечер получится все то, к чему вы готовились несколько месяцев. А вам, многоуважаемая жюри, я желаю сделать правильный выбор, ведь каждая девушка достойна победы. С каждым годом конкурс становится все интереснее. Организаторам по-прежнему удается удивить зрителя. В следующем этапе шоу «Красоты и талантов» девушки показали, чем они увлекаются, свободное от учебы время. Для многих конкурсанток на первом месте стоят танцы. Не забывают и о духовной составляющей. Большинство участниц любят стихи русских классиков и пение. Перед сном почитай мне из книжки сказки «Теремок» или «Кошкин дом». Не заметишь, как возрастая я помощником стану тебе. Я любить тебя, дорогая, буду в радости и в беде. Преодолею любые тревоги, только знать бы, что все не зря, что потом не придашь дороги. Я могу за тебя отдать все, что есть у меня и будет. Я могу за тебя принять горечь злейших на свете судеб. Буду счастьем считать, даря целый мир тебе ежечасно. Только знать бы, что все не зря, что люблю тебя не напрасно. Oh, baby.
самым запоминающимся для всех конкурсный этап – шоу двойников. Конкурсанткам необходимо было как можно реалистичнее изобразить образы любимых или известных звезд. Впечатлило выступление легендарного Виктора Цоя. Более утонченные и женственные девушки показали себя в другом этапе конкурса, где изобразили на сцене яркие образы своих любимых героинь русской и зарубежной литературы, таких как Джульетта, Мэри Поппинс, Ассоль, Наташа Ростова. В этом этапе оценивалось умение девушек передать характер героинь и доказать, что именно такой она была представлена автором книги. Конкурсантки были одна краше другой. Перед жюри стоял нелегкий выбор. У каждой мощная группа поддержки, яркие номера и неотразимая внешность. Чем ближе к финалу, тем сложнее было принимать решение. Среди лучших выбрать лучшую – дело не из легких, но независимо от результатов, для каждой девушки это определенный опыт и проверка своих сил. Замечательные девочки, очень доброжелательные зрители и мисс Конакова 2018 Елизавета Шестакова. Если вручается, памятка пишет, цветы от салона «Цветов Камелия», подарочный сертификат от интернет-провайдера «Сити Лайф», подарочный сертификат на услуги салона красоты «Валерии» и главный приз – ленту и корону победительницы конкурса «Мисс Конакова 2018». Члены жюри оценили все конкурсы, и без подарка и титула не остался в этот день никто из конкурсанток. Мисс Грация стала Диана Турку, мисс Актриса Ингрид Шилина, мисс Очарование Ольга Абалихина. Вторая вице-мисс Конакова 2018 стала Екатерина Квач. В номинации первой вице-мини-мисс Конакова 2018 победила Полина Калеон. Все участницы получили ценные подарки и были удостоены дипломами и памятными лентами. Ну и, конечно, не забыли и о совместном фото.